Пришла посылочка из Китая, штатив с креплением для телефона и пультом управления. Ссылку я на этот штатив оставлю в описании под видео. Посылка дошла до дома за 10 дней. Доставили курьером. Ну что, приступим к распаковке. Честно говоря, я удивлен, что так быстро посылка дошла за 10 дней. Так, вот он сам штатив. Так, что у нас в комплекте, сразу смотрим. Это крепление для телефона. Вот оно. Такое вот крепление для телефона. Попозже его рассмотрим. Дальше, что у нас тут? Сам пульт. Вот такое вот. Здесь вот батарейка. Должна вставляться. Посмотрим, есть ли она в комплекте или нет ее. Так, дальше что у нас здесь? О, крутилочки всякие, вертелочки. Это хорошо. Так, сейчас камера, если сфокусируется. Так, а вот и наш дорогой штатив. В смысле, недорогой он. Кому интересна цена, можете посмотреть ссылку в описании. Так, так вот у нас все выглядит. Коробочку мы убираем эту. Окей, let's go. Начинаем доставать штатив. Я скажу, что это железо. Уже хорошо, прям чувствуется железо. Сейчас распакуем комплектующие. Я открутил. Здесь заглушечка вот такая вот маленькая стоит. Так, и в сам пульт. Мне интересно, есть ли там батарейка. Да, смотрите-ка, батарейка есть. Как крепится телефон здесь? В этой вот подставочке она просто берете ее вот так вот в одну сторону, хоп, и отодвигаете. И тем самым под любой размер телефона она встает. Ну что, будем устанавливать штатив на пол, выдвинуть от состояния. Так, сейчас я установил штатив в самом минимальном положении вниз. То есть ниже уже некуда. Для наглядности я поставил рядом табуретку, чтобы вам примерно понимать, насколько он максимум вниз расположен. А сейчас я покажу, как работает пульт. Так, у меня телефон Android, что на верхнюю, что на нижнюю кнопку нажимаю, они обе у меня работают. Включаем пульт, здесь есть сбоку кнопочка, нажимаю ее. Загорелся светодиодик и погас. Это говорит о том, что мой телефон обнаружил пульт. Нажимаем я вот эту вот нижнюю кнопку сначала, первая съемка. Также теперь на вторую, на верхнюю кнопку нажимаем. Пульт в рабочем состоянии. Сейчас штатив находится в максимально разложенном состоянии. Его высота 210 сантиметров. Всем спасибо за просмотр.